Здрасте всем. С вами канал А24. Ну что, сегодня у нас обзорик Мюдей, который называется Kenworld Castaway, который идет у нас под Euro Truck Simulator 2. Но прежде чем мы начнем обзор, я хочу вам порекомендовать мою группу ВКонтакте А24 обзоры модов для ETS и АТС, в которой вы в группе можете выложить свой какую-нибудь интересную статью, какие-то интересные свои рисунки про ETS-ку 2, про АТС-ку. Всегда все это будет смотреться, и это будет по-любому, как бы сказать, лайкаться и так далее, и так далее. То есть вы можете зайти на эту группу, которую вы сейчас видите ее, но все ссылки в описании. Вот, поэтому заходите в эту группу, буду очень сильно признателен. Поэтому давайте поехали смотреть. Так, у нас здесь чудо, техника. Давайте мы посмотрим, что как по превьюшке, в принципе, какая картинка такая стоит, это у нас. Давайте ее посмотрим, почему бы нет. Вот, по кабине у нас есть стандартный, есть вид. Дуна какой-то, я иду на вид. Типа слышка, да. Возьмем стандарт, давайте возьмем. О, нет, не стандарт, вид, давайте, вид возьмем. Блин, подождите. Что это? Вот, который обычно, возьмем и все. По шасси 4x2, 6x4, 6x4, пиор и 8x4, 4x2 берем. По двигателям куминцы из HX12, которые уже всем известны тоже, кстати. Куминцы из 15, в принципе, здесь больше какие-то для Kenworld не используются, реально. Вот, по трансмиссии 13, 18, 18, 18, и я буду через другой, второй монитор смотреть, потому что я стойка стоит, ни хрена не видно. Вот, 6 передач с ретардером, вот, то есть 10, 10 тоже 13, то есть на цвет и вкус ваш. Вот, по интерьеру, здесь у нас интерьер такой красивый, простой, своеобразный. Кенвортовский мне всегда нравится, особенно старички, да, это старичок, и это реально круто, реально. Castaway, что он выходил под разные версии, он всегда остается лучшим. Под 1.38, ну, я не знаю, не помню точно, под каком первый раз выходил, но я с ним встретился в 1.38, в 1.39, в 1.40, соответственно, прямо сейчас я с ним встречаюсь. За эти версии, которые у меня были, я с ним встречался и ездил, и скажу, что очень классно выглядел. Особенно я с ним, да, под 1.38 у меня даже видеообзор есть и в АТС, и в ЕТС, то есть почему бы и нет. Здесь у нас все меняется, здесь у нас меняются сами внутренности, то есть сиденья и так далее, вот. Можно стандартно взять, без всяких проблем. По покраске. Покраска здесь у нас есть, в принципе, меняется все без всяких проблем. Вот такая. Это вся дефолтная кенвортовская, так сказать, покраска. То есть на цвет и вкус вы можете выбрать, почему бы и нет. Вот. Классно, реально классно. Или можно обычный простой черный цвет. По аксессуарам. По аксессуарам достаточно было много и всегда было для Kenworld нормально. В принципе, что было и в 1.38, в 1.39. Не, по-моему, в 1.39 я, в принципе, не видел, но, может быть, он и выходил каким-то приватным, я не спорю. Но в 1.38 он точно был. Вот. Здесь, в принципе, здесь брызговики, плюс бампера различные, то есть нам можно цвет и вкус. Здесь у нас мы можем выбрать решетки. Плюс решетка уже с дополнительным сразу знаком, допустим, такая, типа с кенвордом. Это внутри. Здесь проблесковые маяки. Здесь у нас тоже как бы дополнительное освещение. Здесь уже установлено. А, это внутри. В принципе, звук. И это я забыл, как оно правильно. Вот это называется, честно сказать, я забыл, воздушное что-то. Здесь у нас можно поменять сам глушитель, так сказать, без всяких проблем. Мне нравится вот такой прямо, вообще прикольно. Либо, ну все. Да, и здесь можно поставить. Вот прикольно. Брызговики. Внутри здесь меняется руль.
белый, черный, такого плана, либо так. Блин, ну мне кажется, белый тоже прикольно, но лучше вот такого, мне кажется, оставим. Вот. Здесь мы можем добавить, дополнительно, кстати, даже идет, плюс аксессуары, которые дополнительно идут. Но я уверен, что если он обновится под Америку трак, он вряд ли у него вот эти аксессуары будут. Почему-то. Вот, в принципе, все. Все, давайте смотреть. Очень интересно, их разновидностей реально много. Отличия никакого. Только что плюс какая-то, какие-то картинки и так далее. То есть вы можете выбрать. Вот, типа такого. И все. Сейчас мы посмотрим, как он себе состоит и что он себе состоит. По анимациям, в принципе, по анимациям он не должен как-то отличаться. У него, по-моему, все были анимации, что в прошлой версии, что в этой. Должно, мне кажется, все будет. Так. Ну, звук это вообще просто атас. Это реально крутой. Прям, я такие звуки я люблю просто на кинворте. Анимация у нас. Анимация есть, все, пожалуйста. Дворники у нас. По-моему, была анимация. Да, есть, конечно, есть. Есть все. Стоп-сигнал. Работает аварийка у нас. По-моему, где-то была. Ну, ладно. А, есть аварийка, вон, есть, все. Я же говорю, что где-то была. Попугай у меня лезет. Иди сюда. Здрасте, приехали. Вот. Дальше. Звуковой сигнал. Есть, хорошо. Есть. Но я говорил, что по анимациям он не был, как бы, все у него, все есть. У него все есть. Что было под 1.38, что стало под 1.40. У него вот это все присутствует и было и всегда. Вот. В принципе, что могу сказать еще? Давайте мы, во-первых, посмотрим, есть ли у него сцепка. Я думаю, что... Ну, я думаю, что вряд ли какие-то чем-то удивления у него будет по сравнению с 1.40. У него потому что в 1.38 все было. Реально все было. Ну, здесь удивление нет. Здесь, ну, блин, реально. Но здесь все есть. Поэтому я думаю, что мы даже на нем, когда будет у меня стрим. Сейчас, к сожалению, насчет стрима, ребят, целая проблема. Вот, в плане того, что я первый день сегодня вышел на работу. И, соответственно, насчет канала, конечно, очень сложно сказать в плане стрима. Поэтому, когда будет стрим, когда у меня будет возможность, мы обязательно на нем этим кинворте покатаем ВТС-ку. Вот. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале А24, что такое существует канал А24. Плюс подписывайтесь на группу ВК. Все ссылки в описании. Будет очень приятно. И, кстати, спасибо за 136 подписчиков. Для меня это очень важно. И я надеюсь, что все, кто подписан, будут подписаны на мою группу. Плюс у нас есть в группе чат, который вы можете спросить какой-то интересующий вопрос. В группе вы можете также спросить про интересующий вопрос. Вы напишите, я обязательно мой администратор или я, даже сам владелец группы, отвечу вам. Какой руль там, допустим, DLC и так далее. Вот, поэтому с вами канал 4. Всем пока, всем пока-пока.